Более 400 лучших стрелков из 33 стран мира съехались в Ульяновск, чтобы принять участие в 20-м чемпионате мира по стрельбе из арбалета. В результате поставлен рекорд по количеству участников в чемпионатах мира по этому виду спорта. Команды, каждая под своим флагом, прошлись по Соборной площади Ульяновска. Среди стран-участниц – Германия, Франция, Венгрия, Хорватия, Чехия, Россия. Я уже не первый раз посещаю Ульяновск. В прошлом году я был на совместном чемпионате России по стрельбе из лука и арбалета. Сейчас я второй раз в Ульяновске. Также был с визитом и осматривал готовность площадок. В Ульяновске мне все очень нравится. Организаторы постарались сделать все, чтобы создать прекрасные условия для каждого из участников. И единственная проблема, с которой мы столкнулись в Ульяновске, это ветер, потому что ветер для стрельбы из арбалета – это такой немножко недуг. Торжественную церемонию открыл губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Я не сомневаюсь, что за неделю проведения чемпионата наш регион станет для вас вторым домом. I'm really sure that during this week our Ulyanovsk region will be your second motherland and home. Я уверен, что вы будете чувствовать здесь себя очень комфортно. I'm really sure that you'll feel comfortable here. Что успеете ближе познакомиться с Россией и с нашим регионом. To get to know Russia and our region better. Я поздравляю вас с большим спортивным праздником и желаю удачных состязаний и ярких побед. С сегодняшнего дня соревнования проходят как по матчевому арбалету дивизион матч, так и по полевому дивизион филд. Спортивными площадками соревнований выбраны зал в техническом университете на Северном Венце и центральный стадион «Труд». Нам посчастливилось посетить первую тренировку спортсменов дивизиона филд накануне торжественного открытия чемпионата. И поговорить с многократным чемпионом, обладателем большого хрустального глобуса, лучшего стрелка мира среди мужчин Домогоем Переглиным. Мы готовились долго и тренировались, и так что увидим, что будет, но ожидаю медаль ожидаю медаль. Основное действие турнира состоится 17 августа на стадионе «Труд», где пройдут финалы. Это будет интересно, потому что всего 8 стрелков стреляют и будут определять места с 1 по 8. Это лучшие 8 из всех, которые приехали. Соответственно, после этого будет матч вызова между лучниками и арбалетчиками. Это интересное, увлекательное, захватывающее зрелище, где они будут бегать, стрелять, и будет считаться и время, и попадание. Финальным аккордом 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета станет торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также гала-концерт в Ледовом дворце «Волга-спорт-арена». Ведущий мероприятие – известный футбольный комментатор Виктор Гусев. А за отличное праздничное настроение отвечает специальный гость, неподражаемая и всеми любимая группа «Дискотека Авария». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.